Шалом, миряне, привет, народ, с вами снова Женя из Израиля. Как вы видите по этому видео, оно предназначено не для мальчиков, а больше для девочек. Так вот, когда желательно беременеть после бариатрических операций? Значит, что советуют медики? Кстати, вся информация, которая будет предназначена в этом видео, она была найдена в открытом доступе в израильском интернете, в проверенных сайтах, сайтах медицинских касс, больниц и прочее. Значит, я понимаю, что иногда бывает так, что дама забеременеет довольно близко, ну, скажем так, через короткий срок после бариатрической операции. Это не значит, что нужно бежать и делать аборт, ни в коем случае. Это значит, говорит о том, что нужно даме этой, которая забеременела в довольно короткий срок после бариатрической операции, нужно ходить к врачам. Это считается беременность с высоким риском. И нужно принимать некие добавки дополнительно к вашим витаминам и быть у врачей, и довольно, скажем так, очень много проверяться. Что советует израильская медицина тем, кто хочет забеременеть после бариатрической операции? Везде написано так: от года до полтора нежелательно, после этого пожалуйста. Да, естественно, надо ходить к врачам, там тоже смотреть, но это не так, скажем так, страшно и опасно, как беременность до полтора года после операции. Ну, то, что говорят, после 12-18 месяцев, пожалуйста, желательно не беременеть срок, который раньше, потому что у вас еще желудок формируется, смотря какую вы операцию делали, если вы сделали слив или сделали байпас, это не важно. Процесс заживления и прочее, прочее, прочее может просто сделать небольшие проблемы, как бы вплоть до выкидыша, которые мы не хотим, ни я, ни вы, никто. Поэтому, если вы уж решили беременеть, берите в расчет то, что нежелательно беременеть в первые полтора года после операции. С вами был Женек из Израиля. До новых встреч. Пока.